Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Лолик Ли прошел Tunnel of Despair 100%. Ну что ж, ребят, поздравляем его с победой. Мега ГЦ, ставлю 400 лайк, поехали. Блядь, у тебя клики прикольные. Кстати, я знаю то, что он на Корсаре играет, мне уже вы сказали. Ха. Я думаю, он охуеет сейчас, когда пройдет. Чё по попыткам? 18, 3, 5, 4. О, господи, господи! Господи! Охуенный уровень, если честно. Что, блять? Не верю. Нифига себе, верифит by Zoeng. Просто, блять, не верю. Я тебя поздравляю, бро, мега ГЦ, аплодируем всем селом. Что? Что, блять? 593 на... Левел верифит, нихуя верифнул, блять, что ли? Ставил, 92, блять. Верифнул! Что? А! Что? 18 тысяч попыток, что, блять? Я прошел его. Да, именно прошел, не верифнул, прошел. Дорогие мои зрители и подписчики, что хочу вам сказать насчет данного прохождения. Прохождение получилось лайтовым, прикольным, забавным. Все понравилось, все по красоте. От души вам всем огромное спасибо за просмотр. Лолик Ли, огромное спасибо, что прошел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции, мнение насчет данного прохождения от Лолик Ли. Не забываем заказывать реакции, а также не забываем за Бусти, где реакции выходят намного раньше, чем на Ютубе, а именно это ранний доступ к реакциям, не пропускайте. Всем вам желаю добра, бобра, демон, демона, экстрим демона, всем удачки и всем пока-пока.